Теперь обо всем подробнее. В Северном Казахстане с 1 апреля вырастет тариф на теплоэнергию. Последний раз для физических и юридических лиц он увеличивался в начале года. В этот раз подорожание услуги акционерного общества «Севкасэнерго» коснется только субъектов бизнеса. Компания выступила с проектом новой сметы в качестве чрезвычайно регулирующей меры из-за подорожания стратегического товара, то есть угля. По закону одобрить заявку в антимонопольном ведомстве должны без публичных слушаний. Новый тариф на тепло будет действовать до 1 января следующего года, а потом ожидается, что теплоэнергия снова подорожает, но уже для всех групп потребителей. Для данной группы потребителей у нас установлены два тарифа дифференцированные. Это группа потребителей, которые имеют приборы учета тепловой энергии, и группа потребителей, которые не имеют такие приборы учета. Соответственно, тариф и для той, и для другой группы вырастет на 2,8%. Но для этих групп разные тарифы. Таким образом, для первой группы, имеющей приборы учета, тариф составит 5748,45 тенге с гигакалорией, рост составит 157 тенге или 2,8%. И для второй группы тариф будет 8803,28 тенге за одну гигакалорию без НДС, и рост составит 241 тенге или 2,8%.